Косточки да. еще. О, я нашел кость. Иди сюда, быстрее фоткай, братан. На память. Да, сюда, ты не представляешь, насколько я ничего не вижу. Брат, назад, назад, брат. Иди в комнату, это... А. Чё? Я слышу, как ты выключателем балуешься. Вот, я здесь, брат. Да вот я прям перед тобой, брат. А ты? Да. Кошмар. У меня, короче, баг какой-то, очевидно, шейдерный. Блин, ну мы можем вернуться, конечно. Я думаю, что, наверное, попробовать вернуться, потому что это... Давай косточку возьми. Где ку... У меня нож, спокуха. Я пошел, брат. Она косточку съела, я ухожу. Всем привет, дорогие друзья. Вы не поверите, но мы заглянули с Алексеем в Фасмофобию VR. Не знаю, что из этого выйдет, надеюсь, будет очень интересно. Мы постарались, Алексей здесь вообще в первый раз, и я, наверное, во второй всего. Но что-то, я надеюсь, мы сможем сделать в этой игре и поймать хотя бы одного призрака. Так что, пожалуй, не будем ждать и приступим к игре. Да, все, мы приехали. Прямо скажем. Смотри, я теперь вижу. В этот раз все лучше, так. Давай смотреть задание. Определить тип призрака. Это, в среднем башка болит. А, нет, все нормально. Блин, опять благовоние вонючее, я не взял. Среднего рассудка уровня ниже 25, это ты будешь достигать, ты меня понял? Ниже 25. Ну, а что ты... такое среднего уровня рассудка? А вот, ничего. Узнаешь потом. Отвечает всем, кто пытается с ним связаться. То есть он со всеми говорит. Нэнси Мур, запомнил? Запомнил. А призраки злятся, когда их... Забывайте про журнал, слушай, так, не забудь журнал. Ключик взял. А, кстати, где журнал наш? Так, он где-то сзади или сбоку, на титьке справа. На чем? Титька справа. Какая титька справа, брат? Титька справа. А что с ней надо делать? Щупать ее? Да. Я щупаю. Ну так схвати ее, брат. Я ты хватать умеешь? Брат. Нет. Видимо. Ну вот это вот слева херня у тебя на джойстике. Ну да. Правым джойстиком правая титька. Право-лево, знаешь где? Вот, нажимай захват нажимай. И не работает, прикинь. Блин, а как я достал? А, смог. Из-за спины где-то. А, так может из-за спины и есть? Наверное. Нет. Сейчас будем действовать как профессионал, я здесь уже научен. Ты уже, ты нервничаешь. Да? Почему? Да, брат, не знаю. Тебе плохо, ты очень странно выглядишь. Все, я понял. Сейчас ищем косточки и вот этот детектор аномалии. Ждем, пока пикнет. Какие-нибудь доски Луиджи, еще что-нибудь типа. Можешь воду включить. Если призрак там есть, то она будет ржавчиной покрыта. А давай его просто слить. Как его там зовут? А я забыл уже. Что-то Мур. Мур. Кто-то Мур. Ты тоже такой Мур запомнил, да? Да. Нормально мы с тобой. А зачем ты воду включил? А если призрак будет, то она ржавчиной покроется. Блин, я в подвал я не пойду, братан. Ржавчиной? Косточку нашел, иди сюда быстрей. И что это значит? Фоткать ее надо, и потом собрать. Фоткать? У меня есть только нож. Погоди. Посвети куда-нибудь, куда можно нож положить. Вот здесь, на столик, да? Ты у тебя серьезно нож? Откуда? Да со стола взял. А. Сможешь сфоткать как-нибудь? О, идеально, сфоткать. Красавчик. Теперь хватай ее. Я нагибаться не могу, сорян, брат. Да, она тебе в инвентарь все равно пойдет. Вижу, да. Ровно ничего. О, брат, спасибо. Все, дай 5. Мы отличная команда. Я нож возьму, потом 5 дам. Ножом, вот. Спасибо. Отлично. Ну, значит, призрак, скорее всего, где-то здесь. А, ну, лето. Так может и нет тут ничего. А вот свечка есть, смотри, может ее поджечь, на? Не знаю. Алексей, пусти! Пусти, брат! Честно скажу, я что-то чувствую. Пока, брат. Нож. Мне жалко, жалко, прощай. А ты куда ушел-то? Я спрятался. Беги, брат. Я не могу двери открывать, если мне нож ушел. Перед смертью сфоткай ее, умри, но сфоткай. Мур, ёпта. Братан, не надо, не зли ее, она уже агрессивная. Тряпка лежит какая-то. Откуда она вышла? А ты тряпку бросил. Ты воду включил? Нет. Она в ванне, что ли, живет? Воду включил. Ультрафиолет возьми. А ты где вообще? Я сзади тебя. Вижу. Так, я нож положу, потому что, очевидно, у меня не спасает. Так, включи, ладно, она где-то из зала пришла. Включи ультрафиолет и свети на двери. Свечу на двери. То, чтобы она могла открыть. Че по воде? Блин, нет, беги, брат! Так, а оно там, да? Почему она меня пугает? Брат, оно там, походу.
Пойду сфоткаю, чё это? Брат, не надо. Нормально все будет. Извините, можно... Блин, оно опять, ты не слышишь, что ли? Нахрена ты на нее идёшь? Там нет никого, брат. А где она? Не знаю. Она где-то здесь, что ли, в коридоре тусит? Тут нету. Походу, пересела. Она, по-моему, так, вода не ржавая. Другой душевой. Смотри, душ включила. А ты где? А, вижу. Не бросай меня, котик. Так. Слушай, как классный фотик видно. Так. Кайф. Как это активировать-то, дверь книжку? Открывал? Напиши что-нибудь. Куда? Напиши что-нибудь. Как включить микрофон? Он включен и так. Как ее зовут? Мур, напиши что-нибудь. Write something. Ты здесь? Мур. Алло. Алло. Слышь ты. Чепушила, ответь. Ты че? Ты думаешь, Чепушила тебе по рации ответит, а так не ответит? Как ее зовут? Идем. Грегори Мур. Грегори Мур. Ты взрослый? Ты ангри? Эй. Hello? Hello? Are you here? А, мадафака, страшные звуки. Тут нету. Походу, Грегори Мур, ответь. Свалило. Грегори Мур, ты здесь? Ну, тут нету. Ты меня слышишь? Прием. Скажи что-нибудь. Тут я фотографом геометрии на вписке. Грегори Мур. Ладно, брат. Я схожу в фургончик, ты хочешь остаться здесь или со мной пойдешь? Ты хочешь ее имя чекнуть или ты просто хочешь отдохнуть, посидеть? Я, во-первых, имя ее хочу чекнуть. А во-вторых, нам надо камеру взять. Нэнси так, Мур, ты здесь? Сладкая моя, родная Нэнси, моя. Нэнси, Мур. А у нас Мур. Микрофоны вообще в игре включены, нет? Да, мы же друг друга слышим. Ну да. Нэнси Мур. Кисик, кисик, покажись, пожалуйста. Пиши что-нибудь, в блокнот пиши. Пиши. Write something. English, English, do you speak it? Чисто. Нифига себе, Full HD снимает, смотри. Так 4К пишет. Так нормальная камера. Где 4К? Хорошая, да? Ну, на боку написано 4К. Не, там не 4К, там 24,5. А, она в 4К может керачить? 4К. Где? Пойдем в подвал, будет весело. Ты думаешь, она в подвале? Я сейчас прочекаю здесь еще раз, что нет никого. Мне кажется, она в туалете, призраков не бывает в подвале. Здесь никого. Как не бывает в подвале, все призраки. Так, отходи, отходи. Фотик Вау. Доставай, фотик. Вон, следы, отпечатки, я нашел, отходи. Брат, оно там или нет? Да-да-да, так, смотри. Там он нету, а кадры кончаются. Так, стой. Ты сфоткал след сам? Какой след? Я не вижу след. Стой. Ты сколько потратил пленки? Еще 3. Два кадра. Подсвети на дверь, там отпечаток был, вон, видишь? Вижу, да, теперь вижу. Все, сфоткал. Найс. Что нам это дало? А еще денежек. Платят? Да. Хорошо. Так, все, ведьма из Блэр пошла. Давай, Лешка, покажи. Это ты свет выключил? Черт, как... Дверь закрыли. Вон она, фоткай. Я фотик выложил, она на тебя идет. Такой ты маленький ребенок. Нет, не кушай меня. Ты умер, Лешка? Я нет, а ты? Я чуть не умер. Это ребенок какой-то маленький, чуть не обосрался. Оно там в комнате, наверное. Где? Слева. Слева. Вот за этой. Не-не-не, оно из ванной вышло, из ванной. Кошмар, конечно. Надо сфоткать это говно. Мне надо уровень кортизола понижать, и я играю в самую стрессовую. Блин, почему это говно такое страшное-то? Так, там фонит. Да-да-да, оно там, отходи оттуда. Ну а там некуда особо. Оно бы фонило, как не в себя, если бы оно там было. Оно, скорее всего, за стенкой где-то. Нам надо сфоткать призрака и валить отсюда нахер. Так, перестал фонить, брат. Грегори Мур. Ой, блин, Нэнси Мур. Напиши что-нибудь. Нэнси Мур. Мадафак. Нэнси Мур. Ты взрослый? Нэнси, да, блин, это говно опять меня пугает. Да ну его нахер, пошли отсюда, открой дверь, пожалуйста, ну, мне страшно. Нет, не буду. А где я выключаю свет? Да блин, как это говно открывается? Я фонарик уронил, брат.
Я, по-моему, тоже что-то уронил, брат. Все, я поднял. А, нет, я ничего не уронил. Пошли отсюда, ну и в жопу вообще. Аривидерчи, короче. Все, до свидания. Счастливо оставаться. Да, было очень весело, классно. Пользуйтесь еще, если захотите какую вечеринку провести, пойдем. Фу. В принципе, неплохо, мы живы оба. Ну, мы выполнили даже задание, я думаю, 25 там точно упало. Что страшные звуки. Это дождь. Это мы так по земле? Ты серьезно, мы до 25 даже не добили? Я добил же, вон, 19. Так... А, в среднем. Иди, иди пугайся, какайся. Иди ты пугайся, блин, умник. Так я что, за двоих должен пугаться? А что у нас было? Отпечатки, брат, рук были? Брат, как выйти отсюда? Найди мне другой выход, оно меня заперло. Прячься, прячься, брат, это единственное возможное. Она смеется, вот тварь. Брат, я иду, я буду смеяться над ней. Я хочу увидеть твою смерть и сфоткать. Нам за это тоже деньги дадут. Брат, козел, понял. Умри на камеру. Брат, козел. Без негатива. Страшно. Брат, прижми. Дай свою ладошку к стеклу. Я с тобой, брат. Видишь, моя рука у тебя аж. Тут она меня жрет. Ладно, шутка. Дверь не открывается, да? Открыта, она открыта. Ты просто не в состоянии ее открыть, видимо. Я понимаю. Ну все, тогда все нормально, чего я боялся. Свет. Слушай, нам... не она я не пишет. Вырубила. Мне нужна твоя помощь. Какая? Подсвети мне. Рода? Либо иди, перекинь туда радиоприемник в ванну и блокнот. Беги, 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 беги! Беги! А куда? Назад, 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 назад. Эта тварь смеется. А нет, фонарик на месте. Блин, нам бы второй нормальный фонарик завести. Блин, она где-то передо мной. Беги! Она уже на нас бежит! Меня убивает! Да, пиздец тебе, брат. Я пошел. Ты дура, что ли, Саша? Это ты? Что за хрень? Ну, выбирай, кого хочешь. Я джины выбрал. Я вроде выбрал, да? Да, выбрал. Да, все. Все, нажимай на кнопки вот здесь. А стой, мы выполнили почему? Задание типа на психоз? О, на психоз выполнили, красавчики. Конечно, выполнили. Я почти мертвый, ты вообще в могиле. Пипец, блин, были два человека, остался один. Поехали отсюда. Тебе понравилось? Лучшая игра 2016. Не, топ. Если бы она так не лагала и не баговалась, было бы шикарно. Ой, фу, мне сейчас тошнит, надо закрыть глаза. Пока мы не в лобби. Дела. Полтос нам заплатили. Полтоса за смерть человека? Тихо. Это мимик был. Мимик получается, да. Да, страховки 0, кость, вот улика, фотографии 10, и цель, и две цели, 25 баксов, нормально. Так, ладно, что у нас здесь? Тип призрака, опять среднего рассудка, да вы достали. Детектор, АМП, и благовоние надо было взять. Брат. Отвечает всем, класс, он будет атаковать нас всегда. Патрисия Уайт. Осуждаем или одобряем? Одобряем. В чем вопрос? Ключ я взял. Ой. Ой, брат, а ты уверен, что нам вообще стоит здесь быть? А что нам терять, брат? Прошлый дом был хотя бы не такой стрёмный. Тут-то вообще, ну, что конечно... в одном доме играть? Света? Нет, мама есть. Мама мия. Так, смотри, включай свой детектор. Да, включил, конечно. А я пойду искать минусовую температуру. Пока расходимся, давай она все равно не нападет. Ходи. Почему не нападет? А, ну, у нее там есть фаза подготовления, типа. 5 минут, что ли, или что-то типа такого, потом она нападает. У нас есть 5 минут просто ходить везде? Ну да, типа того. Ты гонишь. Блин, я без фонаря не найду, где остальные светы включены. Ну ладно, ходи со мной тогда. Не вижу. Патриция Уайт, ёпта. Ну, костей мы сейчас уже не найдем, по-моему, они до фазы этой активности. Так, где она? Я не знаю. Так, странно. Она в спальне или в той комнате? В той комнате, походу, нет. Я подошел ближе и не светит. А вот здесь где-то светило только что. Ну, то есть это фанило. А, не знаю. Смотри, какой у нас грузовичок красивый. Можешь что-то мне... Вот я испугался сейчас. Так. Да, она где-то. Она в этой комнате. Ну, походу, там. А ты только что оттуда вышел и живой до сих пор. Да. Патриция как зовут? Уайт. А ты фотик-то возьми, Уайт. Патриция Уайт. Фотик возьми. Взял. Если что, ее фоткать.
Патриська, ты где? Патриська? Ладно, перемыщи. Так. Патриция Уайт, скажи что-нибудь. Кто дверь закрыл? Патриция Уайт, ты меня слышишь? Патриция Уайт, ты старая женщина, никому не нужная. Признавайся. Без негатива. Сколько тебе лет? Патриция Уайт, ответь. Патриция Уайт, мадафак. Почему она не отвечает? Почему нам никто не отвечает? Патриция Уайт. Сейчас я тебе скажу, где она, брат. А как ты мне скажешь? Но ее рядом с тобой нету. Спасибо, брат. Так, взяли книжечку, камеру возьмем. Че, мы что-нибудь выполнили? Да, мы нашли ее место. Ну, это было правильно. Видели. Надо еще нафигить пойти. А можешь сейчас мышку включить? Кого? Вот сейчас пощелкай мышкой, я вот камеру включу. Отображается там? Да. Да? Да, сейчас, погоди, у меня такой фотоаппарат. Блин. А, так, я, кстати, жив. Ну, фотик тоже с собой бери, брат. Да, реально, я вижу камеру, нифига себе лакшери. Тут можно ночное видение прям через камеру. Это вот я могу ли положить эту штуку аккуратненько? А, кстати, ну может и можешь, но как нам это поможет? Я фонарик просрал, возьмешь, он в фургоне, по-моему. В фургоне нет. Не, она работает, камера, или выключена? Работает. Прикольно. А ночное видение там или что? Да, ночное видение. Так. Ну я включил ночное, можно, конечно, и не ночное. Но фонарика тут нет, единственная проблема. Хорошо, я сейчас на камеру поставлю. Да, куда-нибудь. Да, соболезную тебе. Вот так, я поставил камеру, да, видно, так, да? И смотри, если огонек увидишь. Какой огонек? Ну, огонек ты увидишь, если что. Ладно. Черт! Патриция Уайт, не трогай меня, пожалуйста. Напиши что-нибудь. Я не вижу ни хрена. Пошел тебя искать. Жалко, что фонарика больше нет. Ты не нашел его? Я, кажется, вижу фонарик, он на полу валяется. Он включен, скорее всего. Вот он. Да, вот он. Я пока дверь открывал, его уронил. Да. Так, опа, болит. Где это? Женщина. Пошли. Куда? Ну, у нас там камера есть. У нас блокнот. Че? А ты куда? Наверх идем? Да. Ладно. Патриция Уайт. Патриция. Патриция Уайт, напиши что-нибудь. Куда напиши, ты блокнота нет. Напиши что-нибудь. Твою мать. Твою мать. Она с коридора вышла. Где она? Я не знаю. Фоткай ее, фоткай. Брат, кого фоткай? Я никого не вижу. Так, я, по-моему, рипнулся. Да, ты что, все выронил? Я рипнулся, беги. Так. Ну, я с ней в комнате. Это какая-то тварь. Твою мать, она пошла меня добивать! Ну беги, беги, у тебя фонарь есть. На выход, на выход, на выход. Так дверь-то закрыта, пока она нападает. Нормально, главное верить. А чё? Ой, а я вообще не вижу дверь, лол. Да, соболезную тебе, конечно, брат. Твою мать, вон она. А что, дверь закрыта, да? Да. Да, вот она ползет на тебя. Да. Всё. Она исчезла. Всё. Да, я знаю, я пошел. Я ее сфоткал. Да блин, как это говно открывается? Не спеши. На себя. Спокойно. 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 Ты жив. Ты жив. Блин, я селфи хотел сделать. Все, мы ее сфоткали даже. О, посмотри фотки, кстати, пока ты мертвый. Да, брат, сложная игра. Непросто думать надо. Да я за Мираж опять проголосовал. Хотя ну, хорошо, не было всё. Следов. Но, по крайней мере. Да мы не знаем, были они или нет, мы не увидели. Ладно, да, все? Выглядело, поехали? Говоря, точно так же, какая-то ползающая тварь. Ну, да, да, все, поехали. Пока, призрак, пошел в жопу, понял? Да, жалко, что. Что, еще одну попытку или все? Ой, хорошая игра, ничего не скажешь. Даже не знаю. Заманчиво, конечно. Может, лучше в Павлове. Поздравляю, брат. Это Мираж.
Что ж, дорогие друзья, на этом мы завершаем наше сегодняшнее видео. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, мы с Лёшкой запишем еще продолжение. Также не забывайте подписываться на мой канал и на канал Алексея обязательно. Надеюсь, он выложит видео со своей стороны. Ну а с вами был Максимилиан Джонс и... И я, Алексей. Luxus Games, да? Luxus Games канал. Все, пока-пока. Я мячик закину все-таки. Давай. Так, то есть надо... Смотри, вот... учись. А? Видел? Блин, ты меня выше, так нечестно. А я и думаю, что ты выше меня, твой персонаж. Ты же в реальной жизни меня выше. Да, получается так. О, я смог кинуть, но не смог поймать.